45 миллионов долларов. Такую сумму оценивается ущерб, нанесенный железным дорогам Азербайджана в результате армянской оккупации. На оккупированных территориях находится участок железных дорог Азербайджана протяженностью около 240 километров. Убытки в размере 14 миллионов долларов понесло локомотивное хозяйство. Почти 5 миллионов – вагонное хозяйство и более 10 миллионов долларов – дорожное хозяйство. Примерная сумма ущерба, нанесенная Союзу управления процессами перевозок – 12 миллионов 350 тысяч. Долларов. Хозяйством связи и энергосбережения более 3,5 миллионов долларов. Железные дороги Азербайджана серьезно пострадали в результате армянской оккупации, а значит, экономике страны был нанесен значительный ущерб, который оценивается в 45 миллионов долларов. По железной дороге осуществляются пассажира- и грузоперевозки. В частности, мы потеряли прямую связь с Нахчеванской автономной республикой, ведь туда можно попасть только через территорию Армении. Множество станций осталось на оккупированных территориях, в том числе локомотивный парк. Это огромные потери. Надеюсь, мы вскоре освободим оккупированные территории и сможем восстановить инфраструктуру. Biz getirdik ve geri hareket edildik.